Главбетон. Товарный бетон и цемент навалом и в мешках от производителя. До 5 лет лишения свободы грозит 2 местным жителям, которые решили разбогатеть, украв электрический кабель с одной из котельных города. Но не бывает идеальных преступлений. В очередной раз убеждаются преступники, а следователи это доказывают. Подробности в репортаже. На маршруте патрулирования в микрорайоне Рекинцо обратили внимание на подозрительный автомобиль «Део Матис», в котором находилось 3 граждан. Было принято решение проследовать по пути следования автомобиля и проверить. Автомобиль свернул в ГСК «Москвич» в сторону пункта приема цветных металлов. Возле него автомобиль был остановлен. Было установлено, что в автомобиле находится большое количество силовых кабелей и 3 граждан. Для дальнейшего разбирательства мужчин доставили в отдел полиции. Задержанными оказались ранее судимые местные жители 21 и 28 лет. В полиции они дали признательные показания в совершении кражи кабеля с территории одной из котельной. За что доставлены в отдел полиции? За кражу. Что сделали, что совершили? Проникли на территорию котельной, совершили кражу с ангара. Из машины, да? Да. А дальше что вы хотели сделать? Обжечь и сдать. Очень давно ничего не воровал. Это что-то было. А что случилось? Выпил, наверное. Как выяснилось, сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Оксана Федяшна, Дмитрий Кириллов. Наше время.